На площади Славы завершаются работы по реконструкции. Сегодня на объекте побывал замминистра строительства Евгений Коркин. Напомним, площадь благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик «Байкалснабстрой» приступил к работам лишь в середине июля, а завершить реконструкцию площади должны были уже к 1 сентября. Позже сроки передвинули на месяц, но похоже, что и к началу октября площадь вряд ли откроется. И это несмотря на то, что основные работы уже завершены. Установлены бордюры, залит фундамент фонтана, подведено электричество и проложен водопровод. Подрядчик нас уверяет, что до конца срока контракта исполнения он эту работу выполнит. Но, с другой стороны, если будет небольшая задержка, она уже, скажем так, те холода, которые у нас будут там через месяц, они не повлияют на выполнение работ. Хотя, ну, безусловно, и мы, и городские власти будем требовать исполнения контракта в срок. Отмечу, что реконструкция площади Славы стоит 45 миллионов рублей.